Всем привет, с вами снова Ледобок Фалкон. И сегодня мы продолжаем проходить такую игру, как Вампир. Или Вампайл. И перед тем, как я нужна большая пожа, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем. Сначала давайте выполним второстепенное задание. А там посмотрим уже. Так, для нашего исследования. Шарлотта Эшберли. Погнали. Сначала нам надо выйти из клуба Ашкалон. Нам сюда. Выходим. Ну, погнали выполнять задание. Там уже будем смотреть, что будем делать дальше. Зависит от того, сколько займет у нас это задание. Пока что ищем дом Эмили. Так, давайте выйдем. Где-то здесь, видимо. Какой-нибудь, мне так кажется. Элизабет не кажется быть дома. Я приду позже. Хотя... Конечно, я ошибся. Так же. Значит, нам все-таки сюда. Так же. Можно на поверху как-то попасть. А, вот, походу, ее дом. Нет, или это не ее дом. Это его знакомая. Так. Давайте с ней поговорим. Спасибо по источнику заражения. Окей. Пожалуйста, вопросы. Like all British women. You
months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the moments. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course. Not on such a large scale as in other parts of town. Да все спросим, потому что вдруг потом не удастся сюда попасть. Спасибо. Что удивительного в моем возвращении? Ладно, уходим пока что. Это явно не тот дом. Так что отсюда мы выходим. Так. Так ж. Кажется, надо как-то поверху идти. Но не знаю как. Ну там мы были. Так. Наши поиски продолжаются. Так ж. Ладно, для пошли до дома все равно на еду. Может быть, я основное ожидание повыполняю. Так же. Давайте с ним поговорим. Это наш знакомый.
Потом тебя в происшочнике же уважения. А вот тоже гнуть. Мы продолжаем задавать вопрос. Что это же новая битва? Я тоже не думаю. Но он что-то знает про вампиров. Тут что-то можешь почитать? Как поживает жена? Главное, что ты жив. Дома не все гладко. Так, пока мы что прощаемся. Нам надо искать дом Эмилы. Нет, это явно мы не туда вышли, потому что это уже повод. Возвращаемся обратно. Так ж. А что спросим у нее? Я хочу кое-что проверить для себя. Нет, тут выхода все равно нет, так что ладно. Сейчас зададим вопрос тогда. Так ж. Впрочем, про Лепуташу. Отправляемся дальше в путь.
Так ж. Немного заблудился я. Ну, там где-то рядом с Шавватой. По-моему, нужно найти к ней вернуться. Так же. Путешествие продолжается. Так, и куда нам? Ладно, лупажем все равно, возбивусь. Так, лекарство нашлись. Так ж. Здесь можно дать ему лекарство. Так ж. Так, что нам дадим? Мне кажется, он где-то рядом с ней. Могу ошибаться. Так же. Так же. Нас это вообще не туда увело. Так. Идешь сажаться. Давай вообще покрыть способности где-то и на сегодня закончить. Так.
И этот бой окончен. Мда уж. Даже будем же кугать что-то на этом. Это как глянем, где мы остановились. И на сегодня все. Так ж, посмотрим, где мы. Что ж, на сегодня, пожалуй, все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.